Не по долгу службы, а по велению сердца. Владимир Семин, депутат Одинцовского совета депутатов, давно помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Говорит, волонтер – это призвание. Быть внимательным к близким должен каждый из нас. Это, наверное, состояние души, и человек, наверное, должен просто чувствовать и по возможности помогать людям, которые находятся рядом. Это может быть самая различная ситуация, от покупки батона хлеба до приноса газеты, наверное, с почты. И мы как бы знаем, что хотят наши люди. Это минимальное внимание, какие-то продуктовые наборы, которые мы собираем своими силами. Самым незащищенным пенсионерам и многодетным сейчас особенно непросто. Элементарный набор продуктов для многих – весомая поддержка. Все необходимое, которое в повседневной деятельности используется, это продукты все, которые первой необходимости. Также здесь печенье у нас здесь находится, да, молоко, масло и все, что нужно. И старикам хорошо, и людям с детьми, с маленькими. Формируют наборы своими силами, говорит Владимир Геннадьевич. Помогают местные предприниматели, сотрудники территориального управления. Все необходимое привозят на приемный пункт благотворительной организации «Твори добро». Здесь наборы распределяются по назначению. Получаем продуктовый набор, раздаем жителям нуждающимся. Многие, как я уже говорила, стесняются попросить, стесняются куда-то обратиться, но знаем, в каких они затруднительных ситуациях находятся. То есть мы у наших глав, у нашей администрации, как глаза, руки, ноги, уши, слышим, видим. Самое главное – не оставаться в стороне, уверены волонтеры. Помочь может любой. Слово «участие» и немного внимания найдутся у каждого из нас. И этим нетрудно делиться. Каждый проходящий мимо человек, он же знает и своего соседа по квартире, по подъезду, знает, у кого какое материальное положение, у кого какие-то трудности там в жизни. Хотелось призвать всех людей быть неравнодушными. И когда мы вместе, мы едины, мы непобедимы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».